Всем привет, с вами Информ ТВ. Мария Горбань – потомственная актриса, которая уже сделала карьеру в театре и кино. Она особенно полюбилась телезрителям после выхода популярного сериала «Кухня» и его спин-оффа «Отель Элеон». С детства мечтавшая о карьере клоунессы, она и не подозревала, что превратится в настоящую кинодиву. Первым мужем актрисы стал игрок «Локомотива» Ян Дюрица. Хотя Мария и была фактически женой футболиста, свадьбу влюбленные так и не сыграли. Ян и Мария расстались в 2011 году. На съемочной площадке Мария встретила второго избранника. Им стал осветитель Олег Филатов. Влюбленные долго мечтали о ребенке, и вот, наконец, в 2014-м она родила дочь. Олег и Мария жили на две страны. Актриса в Москве, а ее муж – украинец в Киеве. Вскоре расстоялся развод. Причиной стала неготовность Олега к семейной жизни. При этом в личной жизни актрисы пауза была недолгой. В 2016-м она отправилась в ЗАГС с режиссером Кириллом Зоткиным. Судя по многочисленным фотографиям, все у них хорошо и они счастливы. Сейчас кинодиву все чаще можно увидеть именно на театральной сцене. Она часто участвует в антрепризных постановках. Не забывает актриса и пополнять фильмографию. Например, в 2018-м она снялась в кинофильмах «Гранд», «Пляж. Жаркий сезон», «Бабушка легкого поведения 2». А вы не забыли про Марию? Как вам кажется, почему она никак не могла найти свою вторую половинку? Возможно, все дело в том, что она так сильно изменила свою внешность и превратилась в настоящую куколку. Пишите в комментариях свое мнение. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!